Он работал в Кавказ и Меркурий, а ушел рядовым бурлаком из-за ссоры любовной или дури. В общем, просто дурак дураком. Бросил жонку, работала прачкой, хорошо не родил малыша и связался с простою бурлачкой. Правда, шельма была хороша, и он прошел от Рыбинска до Нижнего, сто раз вернулся и опять прошел. Незавидная доля бурнацкая, жить под лодкою, да в шалаше, да по праздникам рака кабацкая.